как ты думаешь, сколько тебе потребуется времени, чтобы этой лопаткой убрать этот сугроб? Прогуляться в морозный солнечный день, заодно помочь избавить двор от снега. Дети с игрушечной лопаткой, а взрослые с серьезным инвентарем, позаимствованным у управляющей компании. Несмотря на праздник и минус 30 градусов, жители всех возрастов работают бок о бок с коммунальщиками, чтобы освободить двор от последствий обильных снегопадов. Накануне прошла акция «Дружные соседи. Чистый двор». Жители дома на улице Совхозной взяли в руки лопаты, чтобы помочь дворникам. Это рекордная зима по показателям снега. Естественно, не успевают. Ну ничего страшного, это русская зима, мы привыкли. В выходной день сегодня у меня я решил немножко заняться таким спортом полезным. Познакомиться с соседями, может. Раньше, в предсоветское время, всегда были субботники. Настоящая русская зима добавила работы коммунальным службам, которые трудятся в усиленном режиме. Привлекли дополнительное количество людей и техники. Вычищали дороги, парковки, остановки и парковые зоны. И все же есть места, которые до сих пор завалены снегом. Это придомовые территории, где убрать сугробы из-за припаркованных автомобилей невозможно. Цель этой акции заключается в том, что на период уборки активной с дворовой территории химчане помогают вывозить свои автомобильные средства с парковок и с дворовых территорий для более оперативной уборки снега. Как видно, машины с парковки убрали не все. Зато вышли освободить их из снежного плена. Многие из тех, кто активно машет лопатами, считают такую совместную уборку полезной. Ведь жители лучше знают проблемные места во дворе. Да и дворникам, которые и так работают с 6 утра, помощь иной раз необходима. Нам тяжело, ну, пытаемся работать. Жильцы тоже нам помогают. Хорошие, добрые жильцы. Некоторые не понимают такие. Люди тоже бывают. Мы нормально работаем. Акция «Дружные соседи. Чистый двор» прошла в минувшие выходные по всему Подмосковью. Если инициатива областного министерства найдет отклик у жителей, акцию повторят.